ну сегодня сыграли контрольную игру, значит, еще на Мацом 2. Значит, игра была полезной в плане подготовки к сезону. Использовали два состава. Вот, ну, впечатление, значит, по второму тайму очень приятное. Команда провела сборы, сейчас переваривает нагрузку. И видно, что кондиции, физические кондиции у команды постепенно набирает. Вот, было хорошее движение. Вот, ну, проявили, к тому же, что в этой игре, значит, качество бойцовское. Проигрывали по ходу игры 1-0. Вот, в том тайме первый мир. Ну, выделять пока кого-то еще рано. Полезная игра. Вот соперник достойный, интересная команда, хорошая фирма. В общем, надеюсь, что будет польза в дальнейшем.